представляем вашему вниманию сток женский, очки пластиковые, бабочка. Бомбер размер М, немного присборенные рукава у него, брюки салатового цвета, размер 44, они прямые, и из них можно делать капли, потому что здесь есть заклепки, и внутри тоже получается можно закалывать и делать. Бомбер размер S, этот бомбер уже потоньше предыдущего. Носки, топ размер примерно XS, еще один топ размер S. Брюки 41 размер, скини, трикотажные типа леггинсы, здесь карманы есть, размер S, майка размер XS, майка размер M, туника удлиненная или платье, кому-то будет мини, размер S с длинным рукавом. Футболка размер примерно M. Майка размер M. Блуза топ размер S, бомбер размер S, легкая ткань как ветровка, S, так, long sleeve размер L. S, long sleeve размер M, футболка размер S, майка размер S, майка размер S. Спортивные штаны размер S, широкие. Платье размер S, короткое. Размер XS. L. XS, M, M, на немножко теплая такая как бы ткань, жилетка джинсовая на спине. Металлические клепки, размер L, размер M, летний плащ или можно носить как платье с длинным рукавом, длина миди, размер S. Бомбер, такая плотненькая ткань, размер M. S,
джинсы скини. Размер L. Бомбер очень легкий. Размер M из атласной ткани. Джинсы размер 46. Палантин достаточно большой. С черепами. Джинсы скини размер S. Юбка, ткань под замшу, размер S. Джинсы размер L. S. Рубашка M. Пояс на завязках ML. Джинсы, шорты 42 размер. Размер S. Свитер размер M. Джинсы XS. Топ M. Свитер размер S. Рубашка XS. Ага, я хотела вас спросить, у вас получается... Джинсы шорты, размер XS, это клёши от колена. Майка размер S. Майка размер M. Майка размер M. Майка размер L. M. Джинсы размер S. Топ размер S. Джинсы XS. Вельветовые джинсы размер 40. Футболка M. Футболка M. Джинсы размер 36. Джинсы размер M.